Этот влог с моей селекции называется «Разгуляй». Выведен мной в 2010 году. Размер цветка 4,2 см, высота 75 см, срок цветения средне-поздний. Вишнево-лиловый с беловатым центром, не выгорает. Соцветие округло-коническое, иногда ветвистое, крупное, плотное. Куст красивый, гармоничный, хорошо облистлен. Стебли крепкие, хорошо держит куст. Зимостойкий, устойчивый. Назначение универсальное. Он очень яркий, он очень броский. Издали смотрится замечательно. Когда-то я получила за него 3-е место на выставке в клубе цветоводов в 2013 году в номинации «Крупноцветковые сеянцы». Ну, прям уж, конечно, крупноцветковым бы я его не стала называть, но он такой хороший, средний. Но самое главное, это его очень красивые плотные соцветия и очень яркий. Который день подряд светит солнце яркое. И он, смотрите, абсолютно не выгорел, прекрасно выглядит, замечательно. Очень-очень красивый. А «Разгуляй» — такое название я ему дала, оно как бы двоякое. С одной стороны, «Разгуляй» — это вот «Гуляй, душа», такой вот он яркий, что вот что-то празднество какое-то такое идет, что-то яркое. А с другой стороны, площадь «Разгуляй» в Москве для меня такое приятное место, где я очень часто бывала в детстве. Вот, поэтому рядом с метро Бауманская. Поэтому мне как бы хотелось и в честь этого местечка тоже назвать такой яркий, красивый флокс.